Драка между двумя группировками с участием одного из мунсоветников. В Бельце задержали 4 человек, в том числе социалиста Максима Марашана. В ПСРМ назвали произошедшие провокации, якобы организованные по указанию Рената Усатова. В нашей партии обвинения отвергли, отметив, что Марашан и раньше участвовал в подобном. Полиция, между тем, опубликовала кадры с места инцидента. Предупреждаем, что кадры могут повлиять на ваше эмоциональное состояние. Эти кадры были сняты 26 июня в Бельцах. На видео двое мужчин избивают другого посреди улицы. В какой-то момент жертва падает, а затем встает и вновь получает удар. Страсти улеглись только когда вмешались две женщины. Но на этом все не закончилось. Вечером нападавший отправился с друзьями в одно из местных питейных заведений. Туда же пришли и его обидчики, чтобы продолжить разборки. Они приблизились к столу, за которым сидел мужчина, и принялись наносить удары. Свидетелями всех этих хулиганских действий стали посетители ресторана, а также проходящие мимо местные жители. Члены обеих группировок были задержаны. В настоящее время 4 человека находятся под стражей в полиции. Еще 2 будут задержаны в ближайшие дни сразу по возвращению за границу. Из опубликованного полицией видео неясно, кто из бунтарей советник-социалист. Правоохранители размыли кадры и не раскрывают личности участников драки. После того, как несколько источников написали, что речь о советнике от ПСРМ в Бельцах Максиме Марашане, реакция социалистов не заставила себя долго ждать. По мнению партии, его задержание – не что иное, как организованная преступная провокация. При этом в ПСРМ утверждают, что за этим стоят группировки, подчиняющиеся Ренату Усатому. Более того, говорят социалисты, раньше Максиму Марашану но якобы угрожали и требовали уйти из политики и из Бельц. Сегодня, когда его вели на допрос, Марашан также обвинил Усатова. Как вы попали в драку? Что произошло? У Усатова спросить. Почему вы упомянули Усатова и Керкова? Потому что люди только таким образом, наверное, могут решить вопросы свои. Мы попытались получить комментарий от бывшего мэра Бельц Рената Усатова, но на момент написания материала тот не ответил на наши телефонные звонки и смс-сообщения. Однако в пресс-релизе представители нашей партии обвиняют социалистов во лжи и в попытке обвинить Усатова. В партии также отмечают, что подобные инциденты произошли не только в Бельцах, но и в Москве.